и игру. Руки вверх, бро, без парады только. Игорь, может быть, ты не помнишь, но мы с тобой уже сталкивались. На самом деле, была какая-то вечеринка однажды, я ее вел, а ты на ней выступал. Был очень такой молодой артист, мне было интересно, получится у него, не получится. Сейчас я вижу рост огромный, ты молодец. Класс, класс. Но на самом деле, рост он от песни к песне, от выступления к выступлению. Сегодня я пел 3 новые песни. Честное слово, это была самая сложная часть выступления. Это были 3 новые песни. Хотя я думал, все пойдет, все четко, они отрепетированы, уже на студии 100 раз пропета. Но когда снова с людьми, и ты видишь глаза, ты понимаешь, что ты должен подарить эту энергию, чтобы они прочувствовали эту песню. Это сложно. Следующая песня, она будет называться «Химия». Она совершенно новая, специально для «Голоса кочевника», для вас. Я думаю, она попадет в самое сердце. Звезд мой мир, но это лишь зерно века. Друг друга торчим, не нужен нам никотин. И это химия, никто нас не учил любить, как любим мы. А что у нас нет души? Самое классное, что сюда люди определенно едут слушать музыку. То есть это не рядом с городом. Это сюда надо приехать прямо специально. И это прикольно, вот это чувствуется. На горе там сидят, чилят, внизу где-то чил такой, там. И люди прямо сидят и слушают, то есть не такое, типа, ушел, нет, до конца, и прямо это прикольно. Кто-то реально что-то там ловит, дзен какой-то. Это прикольно, что поколение меняется, и вкусы, причем не особо-то меняются. То есть все такие более-менее плюс-минус группы, да, которые, конечно, новые добавляются, но старые тоже как это какое-то новое звучание дают. И люди обновляются, это прикольно. Когда мы спорим на земле о разных фактах, в конце пути окажется лишь одна правда. Но если знаешь в том, что я уже оправдан, добро пожаловать в мумии. Сегодня я плейлист ставил из того, что просто взял на основании того, что вы слушаете. Я взял просто и построил плейлист. Типа, вот это не особо слушает, это не особо слушает. Вот это слушает, вот это слушает. Я даже не хотел их, может быть, даже петь, думаю, немножко не в формате. Но люди слушают, надо спеть. Смотрите, следите, слушайте. Я с Бурятии, кстати, многие спрашивают, откуда я. Я с Бурятии, с Улан-Удэ родом. Немножко так. Наш пацан. Да. Вот. Ладно, спасибо еще раз, Игорь. Я твой город,